И всем привет, мои друзья! Вы на канале Папа Фан Машинки. Да, это игра Jars and Guts. Конечно же, вы узнали ее? Не знаю, узнали или нет, но эта игрушка очень прикольная. Выполняем задание, давим зомбяшек параллельно. Короче, поехали. Сейчас я вам все покажу. Так, кто не следит за моими выпусками, тот не знает, докуда я дошел. Ха-ха-ха. Ладно, шутки в сторону. Ладно, это глава 2. У нас пятое задание. Немножечко энергии не хватает. Буквально там 8 энергушечки. Может, все-таки давайте попробуем качнуть что-нибудь. И нам закинут еще 8 энергушечки, питания добавят. А что можно качнуть? Так, это максимально. Вот эту пушку, в принципе, можно качнуть. Ну, давайте займемся этим делом, ребята. Так, улучшим шипик, не вариант. Вот эту пушку, тяжелый лазер. Давайте сплавим. Так. Еще что, тут полно всякой ерундовины, конечно. Так, эту машинку пока не будем тратить на эту зеленую фиговину. Нет смысла. Так, придется все подряд. Жалко, конечно, болтики. А что делать? Что-то надо делать. Что у нас в итоге набралось? Не хватает, наверное, еще пока. Так, продолжаем прокачивать пушку. До 5 уровня сейчас доведем. У нас пока питание 109 на пушке, да? Гаубица МК-2. Так, 109. До 5 доведем. Посмотрим, сколько питания будет. Болтики улетают просто, ребята, улетают в щепочки. Жалко, конечно, их тратить. 112. Что, сколько добавилось? 4, что ли? Всего-то 4. Окей, ладно. 637. Блин. 2 единицы не хватает. А да, бог с ним, ребята. Мы, в принципе, и так затащим. Поехали. Так. 5-е задание. Глава 2. Начать. Не снижай скорость, чтобы бегуны не цеплялись за твою машину, ребята. Вот подсказочка. Нельзя снижать скорость. Едем на красную стрелочку. Мы едем в далекие края. Параллельно мочим зомби, сжигаем, я не знаю. Просто ждем их в щепочки, чтобы от них остался лишь пепел. Этого надо убить. Есть, красавчик, нифига себе, они нападают, ребята. Вот это они прыгают. Так, а где стрелочка-то еще? Не-не-не-не-не, они сцепились. Да что ты будешь делать, ребята? Ну ладно, хпшечка у нас вроде как убавляется очень медленно. 3 дурни нужно убить. Так, ё-моё, что-то я за стрелочкой не слежу. А надо бы. Так, где они есть? Ага, футбольное поле, что ли? Американский футбол. Бам! Промазал. Вот это, да? О, ракета прям в него залетела. Так, выезжаем. Выезжаем. Следующая, последняя контролька. Где там? Где этот дурень-то у нас? Так, надо было заехать внутрь или что? Да нет. Не-не-не. Едем. Давай. Опа, с ракеты я его снес просто. И надо убить теперь в итоге 60 зомбешек. Ну, это вообще плевое дело, ребята. Это вообще плевое дело. Мы любим... Ух ты. Ой, квадроурон. Ребята, пулеметики взял. Урон с 4 сторон. Какой-то эффект их был. Прикольно. Еще 20 зомбешек. Уже меньше. Где-то опыта? Я не вижу вас. Я не вижу, что за каша творится. Ребята, это что такое? Давайте, нападайте, чувачки. Еще 3 зомбяшки. Есть! Все, задание выполнено. А подождите, еще какой-то. Молодец, теперь убей оставшихся дурней. Да ну нафиг. Вы че, издеваетесь? Окей, сейчас убьем. А где они есть-то? Гоу, искать этих дурней. Ладно, сейчас мы найдем. Стрелочка, веди нас, чувачок. Да. Это что было сейчас? Почему у меня это горит? Машина, экран горит, это по краям красная кровь, типа. Это почему так происходит? А, потому что время кончается. Ё-моё, разворачивайся. Что ж ты будешь делать? Ребят, у нас 30 секунд всего дается, чтобы найти дурней. Ух, как же они меня тормозят, а? Ребята, сколько 15 секунд остается. Где ж ты есть-то? Где-то рядом, где-то рядом, где-то я чувствую. У-у-у, вот это да. Я к мэрии подъехал, похоже. Ребята, где он есть-то? Ай-яй-яй-яй-яй-яй, 2 секунды. С ракеты давай. Есть, успел, офигеть. 1 секунда оставалась. 15 секунд остается у нас, чтобы найти и обезвредить последнего чертенка. Ух ты, ух ты, ух ты. Бам, е, не может быть. Прошел этот уровень, было жестко. Было жестко и весело. Так, у нас колючая проволока наперед идет. На капот. На бампер. Машиночку дали белую. 2. Аж 2 штуки. Так, короче, 5 бесполезных белых штучек. Мы их пустим на точку, наверное. На точку пустим. Зеленая, зеленая, зеленая колючка у нас пойдет на другую машинку. Это у нас ставится на капот, да. Вот на эту тачандр можно воткнуть. Нет, нельзя воткнуть. Как так? Ой-ой-ой-ой, что это было? Что это было? Сейчас, подождите секундочку, пусто, окей. Перед у нас нет машинки, чтобы наперед можно было установить. Вот это бы купить, да? Прикольно, какая-то чумовая просто тачка. В стиле Хэллоуин, да. Нет, на этих тоже нельзя колючку устанавливать. Так, ладно, подтверждаем, что у нас в итоге-то. Блок максимально. Улучшить уже больше нельзя. Да, гаубица, гаубица. 637, ребята. Я не знаю. Что у нас вообще там? Последнее задание. Сколько? 664. Офигеть. Офигеть, ладно, переходим в главу 3, это мы потом пройдем, может тачку новую какую-нибудь дадут синенькую, мы ее прокачаем и пройдем главу 2, последнюю миссию. Так, пока начнем с 3 главы, это у нас что? Пора разогнать пляжную вечеринку зомби. На побережье моря. Что-то буквы в куче просто в толпе. Пожаловать... Добро пожаловать на побережье моря. А, понял, вон еще написано, оказывается, эти красненькие буквы. Гавань имеет множество изгибов и поворотов. Тебе нужна быстрая машина. Окей, у меня быстрая машина, вы че, сомневаетесь? Сейчас я вам покажу. Так. У нас побережье моря получается, да? Ну, сейчас посмотрим, что это за карта, что за новый региончик. Так, понятно. Это что, море, что ли? Как будто мы в небе. Ладно, едем по стрелочке. Поджигаем зомбяшек. Желательно, конечно, взрывать параллельно машиночки. Ух ты, это что? Это что за площадочка? Так, берем. Сделать 10 поставок, пока не кончилось время. О, здесь реально быстрая машинка нужна. Ну, в принципе, у нас питание это позволяет, да? Питание позволяет, это хорошо. А насколько быстро мы сделаем это задание, это уже зависит, наверное, от прокладки между рулем и сиденьем. Да. То есть от водителя. От меня, ребята. Сейчас посмотрим. Папа Фан у нас крутой чувак. Он умеет управлять машинками. Да. Так, ладно. Стрелочка, я уже рядом, я уже близко. Доставил один грузик, доставил. Ё-моё, черт бы тебя за ногу. Как же долго-то. Так, за 3 минуты 10 поставок. Вы что, издеваетесь? Так, где-то рядом тут у нас... Ух ты, вот это был эффектик, прикольно. Так, тихо, только не тормозите. Вот тебя... Нет, не взорвал. Представляете, машинку не смог взорвать. Да. Что-то мне кажется, что я... Опа, это что было? Так, в принципе... Блин, всего лишь 2 поставки. Вы чё? Блин, ну зомбяшки. Нет, не лезем, пожалуйста. Не мешаем, не прыгаем на меня, не прыгаем. Опа, промазали. А? Бочком. Ребята, тихо, не прыгаем. Так, все, едем обратно, едем. Не тормозим, я сказал. Вы что такие наглые? Красная машинка. Бам! Но нет красной машинки. Так, тихо. Не стреляем, не прыгаем. Опа. Так, нормально, 4. Еще 2 минуты остается, ребята. Еще 2 минуты. Как-то надо умудриться нам выполнить это задание. Опа! Ой-ой-ой, не туда еду. Все, разворот прикольный. Ты тоже выполняешь задание? Ну-ка, я один здесь должен выполнять задание. Куда ты прешь? Так, таксист задавил там кого-то. Так, тихо, ребята, спокойно. Следим за стрелочкой, не врезаемся. Не врезаться, главное, зомбешка, не врезаться. Ох, как они тормозят, а. Они еще и умудряются прыгнуть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вы посмотрите, что здесь гавань просто какая-то тут одни контейнеры. Вот это жесть. Тут гавань огромная просто. Целый порт. Тихо-тихо-тихо-тихо. Еду. Пока все нормально. Все получается. Все получается. Представляете, у меня все получается. Так, еще 3 поставки. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо. Опа, есть, красавчик. Куда ты бежишь? Вот, не кидаемся. Не кидаемся. Спокойно, спокойно. Я вас обещаю, я вас не трогаю, вы меня не трогаете. Да зачем вы меня трогаете? Опа, 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 опа. Ух ты! Вот это на меня там прыгнули. И последняя поставочка, ребята. 45 секунд еще. Очень много времени. Я надеюсь, там никакого боссика не надо убить в конце. Опа, все. Вот это вот задание было. Глава 3. Первое задание пройдено. Прикольно. Вот эта пушка на машиночке стоит, да, сверху? О, 4 зеленки нам дали. Вот это прикольно. Дробовик. И 2 резалки и колючка. Так, сейчас посмотрим, куда их можно воткнуть. Установим. Мост D. Так, понятно. Блок. Зеленочка 33. У нас тут синий стоит. Синий. Нам ничего не надо менять. Гаубица. Тут ничего нету тоже. В принципе, можем гаубицу прокачать немножечко, да? Нет, ничего не будем прокачивать пока. Пока ничего не будем прокачивать. Че у нас там в итоге там? 651, нифига себе. Нам в любом случае нужно что-то качать, ребята. Вот это бы задание пройти. Главу 2, 6 задание. Осмотри важные места. 664 питания нам нужно. Неплохо, неплохо, я вам скажу. Это как-то нужно умудриться тачку заточить. Придется улучшать нам. Улучшать гаубицу. Так, колючая проволока. 66, 61 питание. Давайте вот это воткнем. Так, нормально. Вот этот дробовик тоже уберем. Нет, вот эти резалки уберем. Так. Так, белая фигня пошла. Дробаш тоже пихнем, наверное, все-таки. Так, 6 уровень. 6 уровень. Кстати, у нас же белые тачки есть. Что-то я туплю. Где они? Вот они. Вот они у нас белые тачки. 6 уровень был. Сразу стал максимальный уровень. Максимальный уровень это сколько? Это какой уровень максимальный у нас получается? Ладно, готово. 6, похоже, уровень у нас максимальный. Ладно. Окей. Так, подтвердить. Это максимально, то максимально. 644. Прямо не хватает. А нам нужно 664. Ну чё, все, ребята, пока на этом тормознем. Следующий выпуск будет с испытания. Да, попробуем все-таки мы затащить на этой машиночке. Затащить как-нибудь попробуем. Получится у нас это или нет. Так, ну давайте доведем уж. Да, 4 уровня тачку. Посмотрим, сколько питания добавит. Бог с ним. Белая фигня прокачивает не особо, но... И ну, болты тратится очень много. Да, хорошо. Так, что в итоге-то у нас? 649. Так, 5 единиц питания добавилось, но уже легче как-то. Уже как-то легче. В итоге у нас 664, 600, там 15 единиц не хватает, да, для комфортного проезда. Так, глава 3. Подождите, глава 3. А глава 2, глава 1 у нас пройдена, глава 2 664, глава 3. Глава 3, кстати, открылась. 651. Вот это можно будет пройти. Ну ладно, давайте тогда мы следующий выпуск начнем, наверное, с главы 3. Может, там что-нибудь полезные штучки выпадут. Наконец-то поменяем тачку. А то она совсем какая-то у нас дохленькая. Нам бы какие-нибудь синенькие тачки, да? Синенькие тачандры. Но нет их, к сожалению. Не продаются болтики, а то бы купили. Ладно, давайте, ребята, делитесь этим видео, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч. Пока-пока.